посвящается всем защитникам Родины и тем, кто ждет их возвращения домой. Необычный подарок ко Дню Победы получат участники СВО. Супруги бойцов, волонтеры совместно со звукозаписывающей студией Дома культуры в поселке Большевик и нашим телеканалом ОТВ-Серпухов сняли клип. Бэкстейдж патриотического видеоролика смотрите прямо сейчас. Поселок Большевик, студия Дома культуры. Вокалистка подходит к профессиональному микрофону, надевает наушники, звукорежиссер включает трек, выстраивает тональность и темп на стереодорожке. Так. Запись началась. Вы готовы? Да, готовы. Тогда начинаем запись. Тишины послушать волю, по тропинке в лес пойду, поболтать с березкой волю про него и про любовь. Матушка земля, профессиональная певица и волонтер Анастасия Никанова предложила женам участников СВО снять клип именно на эту песню. Вокалистка считает ее олицетворением любви к родине и к защитникам Отечества. Непосредственно находилась сама в зоне специальной военной операции в составе агитбригады, пела для наших ребят и знаю, насколько им важно перед боем услышать наши песни, а тем более песни своих жен. Это потрясающий проект и, конечно, безусловно, я откликнулась на него. Звукорежиссер Алексей Меркулов перед аранжировкой вносит корректировки, настраивает оптимальную громкость, проверяет плотность звучания трека. На бэк-вокале – жены участников СВО и волонтеры. Я считаю, надо поддерживать ребят на фронте. Вот как раз песня, она мотивировала, когда в годы Великой Отечественной войны, мы прекрасно помним опыт Александровского ансамбля, когда в 41-м году под Москвой они выступали, благоприятно сказалось в дальнейшем на мотивации всех воинов. Наша основная задача в профессии – это дарить людям счастье. И это большая честь участвовать в данном проекте поддержки наших солдат на СВО. Идея подарить клип ко Дню Победы своим мужьям, родным и близким, которые сейчас находятся за ленточкой, пришла именно женам участников СВО из Серпухова. Женщин поддержали волонтеры, звукозаписывающая студия Дома культуры в поселке Большевик и наш телеканал ОТВ Серпухов. Я думаю, что этим мы поддержим наших участников СВО, наших мужей, братьев, родственников, друзей, знакомых. Сегодня во время репетиции, когда мы записывали звук, я мысленно была там, за ленточкой. Без вас, работников ОТВ Серпухов, без волонтеров, без звукорежиссеров, наверное, эта идея не воплотилась бы в реальность. Спасибо вам большое. Улыбаемся. О, молодцы. И сейчас начинаем. И... Полевых цветов веночек в утренней России. Внимание, мы приступили ко второй части съемок видеоклипа. Сейчас вы можете видеть, как здесь, в лесу в Серпухове, жены участников СВО, волонтеры, а также мы, съемочная группа ОТВ Серпухов, записываем в подарок для бойцов, которые сейчас находятся за ленточкой видеоклип. Операторы выстраивают камеры, запускают квадрокоптер. Главные героини клипа в образе. Павлопосадские платки и венки из цветов придают настоящий русский колорит. Мы хотели поддержать, наверное, нашу Россию. Хотели бы этим видео показать, что жены, волонтеры, у участников СВО их поддерживают. И показать, как мы любим свою страну. Мы поддерживаем наших ребят, чтобы они видели, что мы их любим и ждем. Десятки планов, сотни кадров. На видеодорожку режиссер монтажа ставит только лучшие. При сборке клипа учитывается все. Слаженная командная работа операторов, художественный взгляд монтажера. Идея изначально была девчонок. Они захотели это сделать именно на улице в Березках. А здесь, на монтаже, я уже доводил до ума это все. Там где-то подкрашивал. Какие-то картинки брались города, плюс природа. Там вот с квадрокоптера картинки. Я рад, да, что частичка нашей общей работы будет вложена в этот клип для тех ребят, которые сейчас находятся за ленточкой, и тем самым поздравить их с праздником Великой Победы. Записали? Да. Стоп! Ура! Клип для участников СВО ко Дню Победы можно будет посмотреть в телеграм-канале «Своих не бросаем» и на ОТВ Серпухов 9 мая.